Так, заводит knife round. Отлично, понеслась. Go, go, go. Саш, я не видел, что ты там написал. Прости меня. Все, запись я начал. Вперед, 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 вперед. Ножи. Ножи за карту. Сейчас ребята решат, какую карту они будут играть в своем первом групповом байке на этом турнире. Ну, те же, что-то встали возле банки. Там где пацан запрыгивает на ящик. Ну, понятно, ножи, в принципе, по дифу. Решают они. Нет. Так. 3 на 5 сейчас. 5 на 4 играется кнайф. Где-то пятый запропастился у контров, вон он на планте. Может, он все-таки присоединится. О, так, разменяли тут же просто пацана. На двоих. Получается хедшот. Еще один хедшот ставит кейк. Дерек убивает коня. Бизи убивает Досю. Ну, ладно. Пусть он будет Досей. Кейка 26. Это на один тоже. Зато Изи сотый. Изи может вытащить кнайф. Вот, дает один минус кейк даже. Ну и все. Это стопроцентная ситуация. Да. Отлично. Какую карту выберут ребята? Инферно. Хорошо. Сейчас сменится карта на Инферно. И еще не дожди, уже нашего. Ждем, ожидаем. Ребята развлекаются. Так, уже сменилась карта. Так, вроде бы все нормально, КС-ку должно быть, да, все видно. Хорошо. Хорошо. Очень даже хорошо. Так. Буферизация игры. Как мы видим, у всех в руках уже тоже ножи. Значит, уже идет заруба. Несемся на мидл. Скорее всего, сейчас у всех уже 100 хп. Остается у нас один контр. Где же он? А, ну он в больших песках. Ну, в принципе, бегать на большие пески на ножах, это уже привычка, наверное. Библию, правильно, давай на Б еще убежим. Нет, стал в Библии. Молодец. Он хочет дать эйс с ножа. Показать из себя. Ну да. И побежал на Б. Сейчас еще все испадает. Ну да, молодец. В принципе, молодец. Заводится лайф, переходит не денями. Теперь самое главное не сфейлить. Один. Чтобы меня бары не бесили. Где же название? Так. А. Это еще не лайф. Рарек НФЭ пишет Дося. Конечно. Пацан падал в щи, какой, конечно, КНФЭ. Что же еще? Вот такой сразу пишет, какой КНФЭ. Заводится лайф. Сахар пишет ми. Нормально. И первая пистолетка на карте The Inferno. В игре не дэйм против Easy Life. Ну, сразу, думаю, вырубим сейчас чат, чтобы нам его не видеть. Понеслись. Так, у теров есть гранаты. Ну, видимо, у тех, кто брал юсп, есть просто флешки. Нет, есть хаешка у Дерека. Это будет АФК. Это будет РР, скорее всего. Нет. Походу, все побежал. Нет. Остался бомба в яме. Кейк сразу минусует Вита. Кейк дает минус 2 просто. Дерек забирает Бизи уже, видимо, под Б. Да, убивает он после 5. Конь дает минус, Дерек дает минус. И остается один Дерек. Посмотрим, кто-нибудь пытается навтыкать пацана за ящиком. Видит еще одно. Дает хедшот. Неплохой кейку. Знает то, что там... Ну все, ребята, в принципе, ждут. И не дает второй хедшот. Уже, точнее, 2 минус 3. И сзади его... Нет, даже не сзади. Он развернулся и конь ему дал. Неплохо. 1-0. Изи Лайф будет. Так, почему у нас Изи Лайф берут? Вот. Теперь все правильно. Не дэнни берут первую пистолеточку. Все правильно. Все хорошо. Так, у теров есть ХАЕ. Есть дигл. И это, видимо, будут делать что-то под А. Звук на все-таки побольше надо поставить. Поставим.
Флэшника, видимо, в руке. Плеер получает прострелом. А, вышли ковры и убили контров просто уже. Уже 3. 35 остались. Жмет, конь убивает. Видит. Конь. Идет дальше тащить. 15. А, нет, не 15, типа. Конь успеет раздепузить, это еще не отдаются официально. Все хорошо, 2-0. Но было опасно, потому что пропустили на плен. Говоря, купили морковки, конь затащил. Есть калаши у теров, потому что стояла бомба. Соответственно, почти был затронут. Опять есть гранаты, ребята, кажется, он покупает гранаты, это хорошо. Так, сахар. Сейчас будет что-нибудь мигл туда, флешка. Двое на Б, один в арке, один на 20 и один, видимо, на коврах. Подел Африку ждет кейс. Сейчас он встретит его, я думаю. Вот пример. Так, кейс. Лид. О, так, прилетает ему флеш, он слепой в люльке с бомбой. Могла быть инфа, кстати, что он зашел в люльку. Так, флеш в коврах, через чиркает ножом, могли слышать спокойно это. Кто-нибудь. Дождались аркады с медла, но Лид-то с люльки уже вышел на ребра вместе с бомбой. Летают им флешки. Так, ее никто не контролит. Это плохо. Есть только кейк. Посмотрим за кейком. Может быть, красавчик свет. Зелень. Вот. Вау, не ставить. Опа. На 8 выходит на Литу. Одного выкидывает, берет калаш. Отстреливается уже Библия. Ну ждут кейка. Дает он первый хэдшот. В сторону посмотрел, Лид его забирает. 2-1. В принципе, было видно, что плохо с дефенсом. Не контролил зелень, потому что аркаду мидл. Б. И, соответственно, получили то, что получили. Ой, на Б уже, вот, контролится. Вот, сейчас идут банан, посмотрим. Конем, я думаю. Коня. У его напарника по Б. Слышит, говорят, инфу, то, что это Б. Первый шот, молодец. Видит, а еще бомб, нет инфы. Третий хэдшот дает конь, на. Это не хэдшот, даже стреляет. Ладно. Итс убивает. Дает один хэдшот. Итс дает уже два хэдшота, он. Ну конь вообще решает с пингом 90. Конь просто минус 4. Хорош, что можно сказать. Если какие-то дискуссии у ребят по этому поводу, мини, непонятно. Так, все еще прописывает ми. Берется какой-то полубай с морковками. Видимо, ребята от души угадали. Что если бы они играли серьезно, я думаю, не было бы таких флэпов эпиков, как сейчас. Убил пацан. Ну, в тройке. Никто не убил, бомбу ставит. В итоге. Только Бизи занимает Б. Проходит, нет, уходит назад. Ага, тут уже замес на Ава. С больших бомбов. И делает минус 2, и выбивает бомбу. Остается Дерек, он у нас на входит в дом. На винт, и еще ковры. Вот плеер сейчас может дать хаев Дереку в ноги по таймингу. 20 хп у Дерека. И сейчас он будет выходить ковры. Плеер не смотрит ковры. Плеер тоже не посмотрел направо, и в итоге никто никогда не посмотрел. Плеер просто убил. 4-1 после дефенса собрались ребята. После таких минус 4 от коня, который он дал.
Еще бы не собрал. Так. Теры. Теры в яме. Видимо, пойдут Б. Причем фасом. Опять вот сахар и морковка, он уже... Так. Все, ну это вот, что это Б. Не прилетела флешка, они все белые. Так, конь занимает хупу. Или зайпом. Зайпом. Интересная позиция. Ага, уже прошел, пацан, ты за... Да, забрали авика, остается только... Уже и Флоттер Бэйби дает минус 2. Флэр пробегает дальше, дает хаешечку Флэр. Пацан пробежал, это было эпично. Плеер тоже умирает. Зажим из морковки сахара. Остается Дерек. Ой, простите. Дерек остается 20. Тоже затащит. Столько повыкейки. Дерек дигом. Патронов в дигле тоже не бесконечный, поэтому сейчас можно просто. Кейк просто вышел, там над головой пролетела у него пуля от дигла и убил Дерека. 5-1. После дефенса. Ну что ж, взятый раунд ничуть не пошатнул ни Дэнни. Потому что конь сделал просто что-то. Что-то с чем-то просто. Отлично, кейк дает минус. Дерек. Он знает, что есть еще яма. Где Дерек-то, блин? А, окей, то есть. Дерек-то умер. Дается дым, но он ничуть, я думаю, не помешает. Конь уже дает минус на Б. Попал, нормально. Хае на одно хп коцает. Меда. Ечле. Отличный ник. Мэт. А, Мэт, ну понятно. Все. Типа, понял, что не за ник, сори. Тупанул. Ребята уходят на мид. Попал сейчас. Его на косу линию. Зато плеер хлопанул кейку. А, нет, кейк прошел. Просто прошел в поджим. Убил бомбу, дал инфу, то, что бомба ручей поднимается. Скорее всего, слышал плеер. Три пульки. Даже может 4 выпускает визи, чтобы убить дьявола и сеть еще минус. 6-1. В пользу не Дэнними, в пользу дефенса на карте до Инферно. У теров снова гранаты, снова калаши. В общем, Инферно можно, как мы уже видели, и вчера можно каждый раунд закупаться. И при этом отдаваться за этим баем. Хае, кейк убивает Дэнни. Подряд 2-0 в пользу кейка. Кейк выходит. Ну 6 люльки просто падает на полтора, никого не видит. Проходит по второму мидлу, чекает ручей, никого тоже не видит. Видит только труп, который он сделал. То это вот, что ребята, она плеер сейчас хелпанул. Просто хелпанул сейчас кейку, там 5 хп остается у кейка. И Цинд Вотер Бэйби тоже уже в аркаде. Контри просто даже тупо не боятся. Аркад. О, видит мусор. Говорит, ребята, мусор. Там трое просто пожаришь. О. Не мог стрелять сейчас в Цинд Вотер, потому что убил бы своего, но в итоге он тоже умер. Теперь он остался на Б, да, вместе с Бизи. Сейчас конь будет выходить на контакт и... Плюс один, остается Мэтт. Мэтт за мусоркой. Если конь чекнет, то это все. Сейчас на двоих просто дочь. Вышел, убил, все правильно. Сделал 7-1, нормально. Конь просто вообще 17-2, пацан, 93, ребят. Вот, вот. Что пацан будет на лане творить, я представляю. Хотя на лане все становятся днищами. Особенно если первый раз. Разбегается терем, это стоит АФК. Ясно, по какой причине, с яме. Принять такое радикального, ну, прилетает флеш. Я думаю, сейчас слышат это ребята на банане, то, что кто-то стрелял с ямы. Дается флеш. Ой, там думаю, сейчас был кейк. По-прежнему. Взрывает сахара. Кейк убивает Дерека в коврах с АВП. Прилетает ему флеш в лицо и на звук не убил. И остается последний АФК.
Ми-ми-ми. Сахар по-прежнему пишет ми, он не устает это делать. А, Мэтт уже не АФК, Мэтт нашел девайс себе. Но бомба лежит, так что он может спокойно засейвить. Потому что ганды, скорее всего, не пойдут его выбивать. Валбанк в кухню. Прошивы такие. Он уже на втором. Что-то не было вообще сразу второго. А, конь. Конь уже в аркаде. Говорит, что нету АФК, ребят, начнем где-то сейвить. Сейчас буквально под Water Baby находился Тер. Точнее, он там и находился. Реста... Что? Что это было? Что? 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 Оу. Вопрос. Что это нафиг было? Это почему-то никаких возражений ни у кого не возникает. Типа, что это было? Что за нах и так далее. Иркона не знаем. Пишут Мэтт. Вы. Пишет Диабло. Таких приколов давно не было. Просто рестарт. Там я счет, правда, забыл, но что-то вроде 7-1 было. Это не мы, отвечаю, пишет Лид. Ну, в общем, какой-то провал случился. Я сейчас думаю, то, что Ниденими могут спокойно... Да, вот Кейк уже, я думаю, пошел с плеером уже писать админу. Ну, ребят, ну реально, я все понимаю. Просто взять РР. Причем после слов, ребят, давайте так. Мы не курнули. После этого утверждать, что это не. Никакой смысл был не дай ними, выигрывая 7-1, давать РР. Какого, правильно. Тогда вопрос, что это нахуй? Ладно, надеемся, что не Денними замашнят. Правильно сделают. Потому что вармап. Вот, все, ставится вармап, можно не Денними спокойно выходить. Я бы так. Я бы вышел на самом деле. Потому что, ну, что это такое? Можно ставить спокойно техническое поражение и радоваться. Радоваться тому, то, что придурки настолько придурки, то, что дают рево во время игры. Ладно, свернул я КС-ку вам сейчас. Рублю пока что рекламку. Прошу я у, соответственно, как мне говорит капитан команды не Денними, админ сказал поставить овертайм. И они поставили овертайм, и ну, Денними, не Денними сейчас взяли первый овертайм. Сейчас я врублю вам обратно контр... КС-ку. Что происходит? Какой овертайм? Ладно. В общем, сейчас реально играется реальный овертайм. За право выиграть. А, нет, стоит вармап. Нет, не было, нету тимкилла. Видимо, сейчас будет рестарт. Конь убирает Лита. Ну, я не знаю, я уже не знаю, играет или нет, или это сейчас будет еще одни рестарты на овертайме, в общем. И почему ребята, которые поставили, точнее, поставили, сделали рестарт, 7-1 должны играть овертаймы.
Они должны получить техническое поражение и лететь вниз домой на днище. Ладно. В общем, какие-то очень неясные ребята вообще. Как админ Вилфорса, видимо, пора мне восстанавливать свои контакты с админами Вилфорса, потому что это было? Нахрен овертайм. Еще просто там РВ какой-то, просто стеры. Ну, видимо, контры серьезно уже играют. Вам ТП пишет, ЕС. Мэт. Мы-то не играли, у нас АФК лал. В общем, ребят, таких людей можно назвать только лишь одним словом, блядь. Стрим без мата залог, залог хороших денег. Временем бизнес завис, вышел сервер, все правильно, ребят, выходите нафиг все. Я посмотрю на то, как они поставят вам ТП. У меня есть запись стрима, как вы играли эти 8 раундов. Если мне кто-то скажет овертайм, это тем более... Ну, абсолютно вообще. И теперь сами пытаются... Вам ТП пишет, Мэтт. Сука, таким надо ебало бить. Уж извините, но это правда. Что это такого? Они... Он... Мне просто интересно, вот сейчас вот я при вас, я тут включу вам экран, вот мы сейчас пойдем на регистрацию этого капа в Evil Force. И посмотрим, что это за пацаны. Так, жмем чучмеки. Ищем, вот, Extreme Cup номер 47, регистрация, ищем команду Easy Life, так, да, плюс один, так, ищем вот в этой кучке пацанов разных команд, этих вот, Айрат и Мусабиров, ну понятно, хачи все такие, блядь, отлично, ставь на аватарку тёлку, будь плохим парнем, можно ему прокомментить, нет, нельзя, обидно, можно написать ему личку. Просто интересно, что он скажет вообще. Так, теперь надо, видимо, все-таки мне связаться с... Так, на сервере у нас происходит... Да, вот то, что все вышли, происходит. Там осталось 4 человека на сервере. Это уже не игра. Кирилл мне не отвечает. Ну, понятно, когда надо ответить. Так, у вас сейчас, по-моему, искажился экран. Да. One sec. Третий не то. Два. Вот так. Итак, походу, Кирилл тут. Привет. Defense. Так, это defense. Ку. Так, хоть мне нужен любой админ Evil Force, который может готов со мной поговорить. Например, Миша. Миша заходил вчера в 2.53 тут. Смотри. Так, игра... Игра... Enemy, VS... Easy Life. Easy Life проигрывали 7-1 и дали РР. После чего начали заявлять, что это не Enemy. И сказали в итоге, что... Так, нет, не так. И
попросили овертайм. В итоге Изи Лайф сказали, что need enemy TP. ВТФ. Лол, они дали ТТ, мы даже Иркон не знаем. Ай! Эксплит выкинулся. Так, отлично, мне там уже пишут. Так. Так, передаем. Так, значит, передаем привет Пезу, Реку и Веталу. И я няшка, да. Так. Ну, сейчас Кирилл прочитает, я думаю, он мне ответит все-таки. Пояснит ситуацию, что за фигня происходит. Ой, доступен стрим, нифига. Да не юмористы. Кто юмористы? Лотти скиндает с самого начала консоль. Вы еще абсолютно случайно написали пацаны гоу сначала, да? Ой. У нас игра интересная будет. Надо... Да. Просто вот. А, да, есть, кстати, чат стрима. Привет. Так, передаю привет Аимеру из команды Defense. Так, тут много всякой ненужной. Что добавить вас, друзья? Добавить смс. Даже если ты не разберешься, то вертай. Если при счете 7-1. Ну. Понимаешь, так, я понимаешь, был сыграно. Передаю привет Лёше от Овера. Так, Кирилл прочитал, Кирилл ждет. Окей, я жду ответ от Кирилла. Сейчас мы до всех, мы даже... Так, это кто? Добавляем. Дмитрий, так. Разберемся. Окей. Все, ребят, Кирилл обещал разобраться, окей. Я ему верю, пацан нормальный. Я один из самых нормальных в Evil Force. Кстати, Норбит все, что ли? Надо спросить у него. А, у меня здесь его нету. Тут уж так. Так, привет, я Аймер, передаю привет маме Аймера. Ни в каком неплохом смысле. Он сам попросил. Так, у меня заключил хром. Или это ВК, или это я. В любом случае весело.